Хотели бы вы разбогатеть? Ну, конечно, кто этого не хочет? Да. 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 Мне вообще все устраивает. А как вы думаете, сколько денег надо, чтобы вас считали богатым? Миллион. Или больше даже. Миллион полтора, чтобы прям быть настоящим богачом. Вот этого я думаю. А долларов это еще больше, чем рублей. Да. Триллиона. Это самый... Нет, 300 тысяч триллионов. Вот, это самая богатая цена. Мой дедушка говорит, что деньги важны такие, какие, на что ты можешь их потратить, ну, на что ты можешь их купить. Надо много работать. Да. А где надо работать, чтобы разбогатеть? Полиция. Дворники много получают там. Ну, конечно, миллион, но тысяча уже будет. В офисе. Если больше работать, значит, побольше будет зарплаты. Работаешь, другим людям приносишь пользу и зарабатываешь зарплату. Помогать родителям, так постепенно они будут уже давать денежки. А может быть, вы знаете каких-то богатых людей? Певцы обычно какие-нибудь такие богатые. А4. Филипп Киркоров. Майкл Джексон, где-то около 7 миллионов стоил его дом. Ну, богатых у нас так мало. Да. Так, чуть-чуть мало. А куда бы вы потратили свои богатства? На еду. Потратила их на еду и на одежду всем. На конфеты, на еду. Часть бы я на свои нужды потратила, а вторую часть я, наверное, отдал бы в пенсионный фонд. Я бы с мамой купила машину, то, что у нас нет машины. На море съездили, в остров мечты и в Питер. Нет, и родителям. Родителям, бабушкам, дедушкам. И братику. И сестренки. А хорошо ли быть богатым? Но денег много, это тоже плохо. От них всегда какие-то проблемы. Если их куда-то спрятать, то будет нормально. Ну да. Или много не тратить, а то можно очень много потратить. Ага.